Ревность. Николай Некрасов. Есть мгновения упорных, разрушительно тлетворных, мрачных, буйных, адки черных, сих опасных, как чума, расточительниц несчастья, вестниц зла, воровок счастья и гасительниц ума. Вот в неистовстве разбоя в грудь вломились, яро воя, все вверх дном, и целый ад там, где час тому назад ярким радужным алмазом пламенел твой светоч разум, где добро, любовь и мир пировали честный пир. Ад сей, в ком из землеродных, от степей и нив бесплодных, сих отчаянных краев, полных хлада и снегов, от Камчатки реброй до брегов отчизны доброй, в ком он бурно не кипел, кто его страстей изъятый, бессердечием богатым, не восподчивать посмел. Ад сей ревностью он кинут в душу смертного, раздвинут для него широкий путь в человеческую грудь. Он грядет с огнем и треском, он ласкательно извит. Все иным кровавым блеском обольет и превратит мир в темницу, радость в муку, счастье в скорбь, веселье в скуку, жизнь в кладбище, слезы в кровь, в яд и ненависть, любовь. Полон чувств огнепалящих, вопиющих и томящих, проживает человек в страшный миг, то целый век. Венчан тернием, немиртом, молит смерти, смерть бы рай, но отчаяние спиртом налит череп через край. Рай душе его смятенный разрушать и проклинать, и кинжалов всей вселенной мало ярость наливать.